расскажу, как приготовить мясную поджарку из фарша. Этот рецепт имеет легкий намек на азиатскую кухню, так что с такой поджаркой даже привычный гарнир будет выглядеть совершенно по-новому. Попробуйте. Рецепт прост до невозможности. На растительном масле обжарим фарш с луком, пока не выделится и не испарится жидкость. Теперь добавим измельченную морковь и брокколи. Обжарим все вместе с добавлением крахмала и измельченного чеснока. Отдельно до однородности смешаем мед, Воду, соевый соус, сахар, уксус и имбирь. Чтобы было быстрее, я на минуту отправляю соус в микроволновку, так сахар быстрее тает. Но можно того же эффекта добиться и путем активного перемешивания. Когда смесь станет однородной, вливаем ее к фаршу. Тушим на небольшом огне примерно минут. За 5 минут до конца добавим измельченный зеленый лук. Вот и все. Подавайте с любимым гарниром и наслаждайтесь ужином по азиатски.